что скажете? Этот? Да я не знаю, темно было, я не разглядел. Хорошо. Дождемся экспертизы. А можно вас на одну секундочку? Да, пожалуйста. Романовский это нож. Ему Магомед на свадьбу подарил. Куда? За водой-то можно сходить. А колодец чем не устраивает? Там ряска пошла, чистить надо. Вместе пойдем. Спасибо, к затылку не приставил. Я ведь могу вас обратно завернуть. Здравствуй, Галя. Как ты поставила? Совсем безрукая! Все, все, хорошая моя. Уйди! Ну, а вы как хотели. Да его толком-то не знал никто. Месяца три назад приехал, деловой такой. Все по горам ползал, жилу золотую искал. Это мы тогда так думали. Сейчас-то понятно. Факты, Петр Сергеевич. Да, мне еще раньше странным показалось. Слишком он за золото переживал, как за свое. Все ему сдавали мало. Чуть недостача, сразу орет. Спасибо, Петр Сергеевич. Вы нам очень помогли. Что-то еще? Мне Щербак, в смысле Александр, рассказывал, что он в машине один раз подслушал. Ген, я тогда выпивший был, а они, наверное, подумали, что я сплю. Крестный, это детали, факты, давай. Романов вез золото в район муслиму-скупщику. Это он сам об этом сказал? Нет. У него из сумки выпало, а Нечипаренко покойный. Царство ему небесное. Крестный. Все, Ген. А Нечипаренко это увидел. А Романов вроде как стал отнекиваться. Не мое. Говорит, просили передать. А вот потом, ну, когда уже после конторы, он попросил меня отвезти его в один дом. И ведь перед тем, как выйти, он сверточек этот из сумки-то вытащил и в карман положил. Вот так. Сержант, надо бы в дом Романовых визит нанести. Ага. А вы с района? Ну, с района. Тут народ интересуется насчет денег. Что решили? Золото, от него весь поселок зависел. Все деньги за него ждали. Это не ко мне вопрос. Обращайтесь к начальству прииска. Так оно это, по лесам бегает начальство-то. Оно он Генке ножом ногу пропороло начальство. Ничем не могу помочь. Не, вы не поняли. Мы тут без денег сидим, а вы ничем не могу помочь? Это вы меня не поняли. Но послушайте повнимательнее, потом передайте другим. Меня прислали сюда, чтобы золото найти, которое вы все вместе, 40 вооруженных мужичков, просрали. Ваше же золото. Вот его я и ищу, пока вы здесь водку хлещете. Пропустите.
И больше вы его не видели? Нет. Как он ушел тогда? Ну, понятно. Ознакомьтесь, напишите с моих слов, записано верно, число и подпись. Не для протокола, а так. А что он за человек? Сережа, он хороший. Ну, а если поподробней? Я ведь человек не местный. Интересов личных никаких, но мне же разобраться надо. И потом, на нем такие обвинения, а вы говорите, хороший. Он очень честный человек. Катюха! Хватит эти песни жалостные петь. Сержант, подышите воздухом на улице. Чего? На улицу выйдите. Екатерина Георгиевна, если ваш муж вдруг объявится, ну вдруг, убедите его, что лучше все-таки сдаться. А то сами понимаете, что может быть, если его мужики поймают. Всего хорошего. До свидания. Господи, на весь поселок опозорил нас. Пойди с него пепел стряхни. Нет, я Арина. Саньку с ружьем посадил. Слушай, а если я сейчас за ворота выйду, он что, стрелять начнет, да? Я просто защитить тебя хочу. Тебе сейчас больно и грустно. Ты любимого человека потеряла. Я знаю, каково это.
Только я тебя не брошу, Катя. Я никуда не уйду, я всегда буду рядом. Сергей появится. Он не мог так. Да? А где же он сейчас, Сергей твой? Ты просто поверить не можешь. Так я тоже, когда вернулся, не мог поверить, что ты с ним... Да он просто использовал тебя. Да всех вас! Из-за тебя, из-за любви твоей дурацкой родители страдают. Ты о них хотя бы подумай! А тебе какое дело? Ты что здесь высиживаешь? Куклу-то на видное место поставила. Один раз ошиблась ты, с кем не бывает. Что-то долго он там. Пусть. Генка-то в милиции работает, поможет нам. Я с самого начала понял, гнилой он. Он вам врал всем. Все, что его интересовало, только золото. Я не требую у тебя ответа сейчас, Катя. Просто помни, что он тебя обманул. Что он тобой воспользовался. Мне золото не надо. Меня интересуешь только ты. Я тебя буду ждать, сколько бы времени тебе не понадобилось. И знай, что ты мне нужна. И я тебе нужен. Тоже. Гена, может, уберешь бойца своего? Я не думаю, что Сергей вернется. Санька, он вас защищать будет, Георгий Иванович. Соседи же вас порвут, они как думают? Вы этого афериста пригрели, а он весь поселок кинул. Люд, мне бы папиросы и пару банок тушенки. Ты за деньги или записать? А? Да, деньги пока вроде еще есть. У меня папиросы в кладовке. Я сейчас, ага. Угу. Здравствуй, Коля. Здравствуй, Тоня. Тоже воевать собрался? А это для защиты. Как поживаешь, Тоня? Ничего, не жалуюсь. Это хорошо. Это самое главное. Простить не можешь. Не могу. Кровь из девки выпил. Ну, что стоишь, а? Ну, беги за Николь. Папиросы дай. Папиросы?
Курить бросай, Коля. Тоня! Что теперь? Да вроде все ясно. Романов саботировал отправку золота в район, ждал, пока скопится большая партия. Затем расстрелял охрану, золото забрал и перепрятал в руднике. Точно. Он в тот день, когда в контору пришел, у него руки все в земле были испачканы. Ну, моя работа закончилась. Остались пустяки. Вас домой довезти? Спасибо, сам пройдусь. Да нет там нифига, голяк! Два дня покувыркались, пусто! Ну и куда теперь? На Горелый попробуем, может там чего. Романова теперь след простыл. Золото не найти уже. На ментов наших надежды нету. А что менты, менты? Он шибзник из района приехал, глазами хлопает, боится, как бы самого не зашибли. А Генка Катьке в рот смотрит, она ему что хочет наплетет. Че наплетет? Че наплетет? Того наплетет, там 30 с лишним кг. Их даже поднять трудно, как бы Романов-то их уволок. Может, золото у Коробицыных в подвале, откуда мы знаем? Так пошли у него спросим, что стоит. Пошли! Айда! Подвале! А мы не знаем! А ну, подвале! А мы знаем, что ли? Мы не знаем! Тонь, ну где ты ходишь? Я тебя жду, а тебя все нет и нет. Ну ты сюда как на работу прямо. Ага. Домой иди, Гена. Завтра ведь сама прибежишь. Не прибегу. Надоели вы мне оба. Что ты делаешь-то, паскудник? Ничего, до утра посидите. А с тобой у меня отдельный разговор будет. И за магазин тоже. Ага.
Что за стрельба там была? Мужики перепили. О. Сейчас поужинаю и лягу спать, устал. Я не понял, почему еще не на кухне? Ну что с ним? Ничего страшного, через неделю выпишем. Мы здесь останемся. Ну, тогда кто-нибудь один. Катюш, ты иди. Иди, я с ним побуду. Ну, пойдемте, я вам покажу. Наташенька, все хорошо, не волнуйся. Господи, Катя, я так испугался за тебя. Ничего мы здесь не высидим. Дождь закончился, скоро сюда ОМОН слетится. Знаю. Надо делать что-то. Пару дней подождем. Золото здесь, на прииске. Ой! Да не вечер, да не вечер. Мне раз, два, раз, два. Малым мало здесь? Неделю. Мне поселок надо. Прежде чем идти, нужно встать на ноги. А ты этого пока не можешь. Красиво здесь. Тебя там кто-то ждет? Где? За рекой. Жена. Сынок, стреляли там. Все в порядке, мать. Все в порядке. Проходи! Здравствуйте, Вера Алексеевна. Как же? Все нормально, Вера Алексеевна. Я сама так решила. Мам, я надеюсь, что ты это от радости. Сама же повеселиться хотела. Окунуться, так сказать, в светскую жизнь. Давай! 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 Давай!
Музыка для самой лучшей девушки вселенной. Злую зимушку, и не было мне жалко. Эх, Маруся, сейчас бы в баньку на полу. Подышать 110 градусов домой. И налить, чтоб самогончик уволу. Тебе дорогие, удачи. Расклад такой. Послезавтра с утра готовьтесь отплыть. Впишу вас охранниками. Пока москвичи свои дела делают, мы с вами к Назре скатаем. Самодеятельности никакой. Все делать, как я скажу. Чего хочешь тебе дам? Встать! Сядь, не мешай! Ты сюда, смотри! В золоте купаться будешь. Ну, поедешь со мной. Съездила уже с одним. Не понял. Пойдем, поразвлекались и будем. Эй, мужик, я не понял. Нравится. Через два часа пить вместе будут. Золотая могилка у Валерочки. Весь вечер копал. Степа-то мой. Хотел астры посадить. Не успел. Посадим еще. Коля, а ты мне вот тут сразу ямку вырой. Я подожду. Вырою, вырою. Пойдем, Оля. Давай. Вот так. Пойдем. Осторожнее тут. Гена, а ты ведь видел, как мы его Степу убивали? Ты с Валерой был в тот день. Ты всегда там, где смерть. А? Пойдем, Оля. Совсем рехнулась старая. Не понимает, что несет. Ну что, пойдем? Пойдем домой. Я не понял, а где Ревун с Колесниковым? Он их что, отпустил, что ли? Обратно, скоро собираетесь? Пару деньков еще поработаю. Да вроде и так все ясно. Не скажи. Я нож реактивом обработал. Странная штука. На лезвии кровь есть? Отпечатков на рукоятке? Нет. Выходит, Романов перед тем, как нож выбросить, его протер? Ну, правильно, чтобы отпечатки не нашли. А зачем тогда выбрасывать? Золото у него было в руках. 36 кило. Его поднять-то нелегко. Обижать. А еще на ходу нож протирать? Майор, я тебе так скажу. С этими убийствами и так все на нервах. Чего ты копаешься? И так все в деле ясно. Чего дальше ворошить?
У вас с машиной все в порядке? Да вроде... Мне показалось, мотор стучит. Не проверите? Ага, сейчас. Встать. Чё? Я сказал встать, сержант! И пуговицу застегни. Не отделение, а бордель. Ты рот свой открывать будешь, когда я скажу, понял? Сесть! Встать! Сесть! Встать! Вот так! И смирно! Когда с тобой майор разговаривает. Другое дело, распустились тут. А людей, которые там сидели, я отпустил. Они же вчера пальбу устроили. Остудились они уже. А если бы я их здесь оставил, народ в поселке бы обозлился на нас. Значит так, отправишь телефонограмму в район, чтоб прислали отряд милиции особого назначения для поддержания порядка в поселке и поимки особо опасного преступника Романова СП. Вперед. Есть! Это что? Это... Агат. А это? Это что? Сердолик. Угу. А вот это что? Булыжник. Обыкновенный. Пойдем. Куда? Гулять по берегу. Подожди, подожди, я тебе помогу. Я смотрю, земля вся скопана. Если бы только рассада, он не так бы копал. Самое главное, земля в ногах. В ногах она вся свежевскопанная. В ногах-то зачем копать, а? Так же, букетик там лежит. А я когда Петровича к рудникам вез, у него их два было. Значит, он сначала с рудников на кладбище, а потом обратно на рудник. И что ты думаешь? А ты что, не догадываешься? Вот за что я тебя люблю, Эмка. Так это за скорость твоих мыслей. Ольга, говорит, золотая у Валерочки могила. Золотая. Вот я и подумал. Жидковат Романов, чтобы троих убить. А может, они сослужаемы вместе, а? Вот поэтому и логично, что Романов его порезал. Служаев мог все золото забрать и перепрятать. В милицию пойдешь? Верке скоро 16. Ей бы в институт. А ты ложись спать без меня. А я темноты дождусь, и потом приду. Темноты дождусь. Темноты. Темноты.
Уедем, Эмочка. Теперь уедем. Верьте, в институт. Тайшинный тиран будут обеспечивать вашу безопасность. Проводники-следопыты. Сначала в гостиницу. Посидим в ресторане, поужинаем, пообщаемся. Что у нас там со временем получается? Половина народа разъехалась, половина на чемоданах сидит. Осенью прииск закроют. Я его выкупаю и передаю вам. Вы оплачиваете экспедицию, и она якобы находит золотую жилу. А если не находит? Находит, успокойтесь. Сходим с вами в горы, поход. Разожжем костер, нажарим шашлычки. Ну, а потом я покажу вам место. В принципе, это и будет называться экспедицией. Ты ведь все равно уедешь. Возьми меня с собой. Со мной опасно. И потом, зачем тебе это? Там большие города, где от гари не видно солнца. И люди готовы убить друг друга из-за золота. Но ты же сам ищешь золото. В чем-то я такой же, как они. Ну как он? Нормально вроде. Ты поспала хоть? Сейчас пойду. Катя, уезжать нам нужно отсюда. Сосвету живут. Я знаю, мам. Я… Ну, что ты? Я к Гене ушла. Ой, Господи. Чемодан закончился. Магазин за мешками послал. А сундук берем с собой? Ты еще дом на бревна разбери. Крестный? Да. Далеко собрался-то? Да это я… Сейчас. Ген, может, выйдем покурим, а? Ну, на идем. Улицу пойдем.